Или хотя бы в аренду взять, наверное. Ну-ка. Так. Зимнее оборудование. Вот. Сейчас мы... 90 лошадей. А у меня у Татры сколько лошадей? Да я не помню. А здесь в гараже будет написано, сколько оно у меня? Да 90 лошадей, так-то норм. Да, поэтому зимнее оборудование сейчас покупаем. Будем снег убирать. 2,5 метра. А, ну это соль разбрасывать. И это тоже соль дорожную разбрасывать. 3. Наверное, вот это давайте. Ну да, его как раз повернуть, он будет вроде в сторону сбрасывать. Да. Аренда. Аренда здесь выгоднее все-таки, на самом деле. Все, тогда выдвигаемся. Смотри, как он застрял. Все, выдвигаемся тогда туда. К магазинчику. Оттуда уже, кстати, и начнем себе расчищать дорогу. Я надеюсь, он мне не напишет, что у вас нет доступа к этому участку. Или мне, хотя, наверное, все-таки напишет. Это ж такая дребедень. Пам-парам-п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 ам. Не, вот если честно, кстати, все-таки прикольно. Хоть на какой-то карте работает нормально снег, его можно, если что, убрать. А то что-то на Голгенберге снег пал, тоненький слой, и такой тут же исчез. Здесь такого нету, здесь прям как надо. Ух ты. Так, окей. Ну, кстати, а шо? Шо не так? Ты его, может, в сторону все-таки будешь скидывать, нет? Нет, надо, походу, все-таки брать еще какой-нибудь погрузчик. Это херня какая-то, если честно. Что сейчас будет у меня на базе происходить, я вообще даже не понимаю. Не представляю. А я знаю, что мне нужно было сделать. Я, по-моему, грейдер сюда не доставлял. Вот грейдер сюда бы прям вообще прикольно подошел бы. Что ты? Работает? Спецтехника работает, куда ты собрался? Не, ну то, какие здесь кучи, это, конечно, трындец. Вот большой трактор здесь бы, конечно, это... Просто шел бы и все. А тут что, маленький трактор, еще и лошадей у него так-то. Сцепление с дорогой, лошади тоже не особо так много. Может, в будущем это... Возьму себе какой-нибудь тракторочек помощнее. Турун-турун-турун-турун-турун-турун-турун-турун. Вот так вот. Ну-ка, а вот те трактора, которые у меня сейчас на контрактах, у них что-нибудь похожее есть? Ну, у этого вроде как есть. У этого нет. Чё встал? Чё встал? Команды отдыхать не было. Сейчас посмотрим, этот что у нас закончил. Да, 6-е поле закончено. Это 57, это 89. Ну тогда чё, берем тогда вот этот тут здоровье. Да, стоять. Берем. Погоди-ка, у нас тут непонятки. Всё, ты отцепляй. И поехали. Сейчас посмотрим, как ты справляешься. Ого, какой он яркий. Вообще, по-хорошему, как бы это... Дороги по ночам чистить, типа, все вот это вот. Чтобы не создавать пробок, чтобы не отвлекать никого. Радиовышка. Ну-ка, я сейчас вообще где еду? А, я сейчас, в принципе, как раз к магазину выйду и до него доеду быстренько. Так что нормально даже получается. А вообще, по-хорошему, кстати, взять бы еще одну такую лопату и двумя тракторами идти. Типа друг за другом, как это делают обычно. Так, все, ты отцепляйся. Давай мы тебя пока вот здесь вот парканем. Посмотрим, как у нас этот трактор будет справляться с этим всем. Будто не чувствует. Ну, не считая того, что он как бы это... Из-за того, что у него широкая колесная база, он, ну, по сути, пропускает часть под собой. Ну, поэтому, да, надо брать, короче, вторую и двумя тракторами проходить. Это даже прикольно получается. Угу. Так, 7-е поле у нас завершено. Так, 7-е. Собрать. Не надо мне там лишние бабки наматывать. Так, тогда пересаживаем. Мимо. Вот. Поехали тогда еще за одним агрегатом.
Чего он, знаете, какой наемник перестал работать? Вот этот. А почему она перестает работать? Угу. Прикольно, прикольно. То есть мне вот так постоянно, да, надо будет сейчас к ней тпшиться и ставить ее на контракт. Прикольно. Не, ну ничего не скажешь, вот честно, прям радости, шо писец. Короче, сейчас к своему ранчу чистим дорогу, а эти, раз они не хотят ждать, вот это сигналят, не сигналят, пусть сами чистят. Хорошо, что тут до магазина недалеко, в принципе. Но вообще, кстати, было бы все-таки интересно, если его можно было бы куда-то продать, но тут, по-моему, нету все-таки этой станции для переплавки снега. Так, вот это. Подробности, арендовать. Все, спасибо большое. Так. Вот так. Теперь на МТФ мешает объект. Прикольно. Вон стоит, сейчас мы. Ну, и что ты мне на это скажешь? Так, давай. Так, надо, наверное, сейчас... Он. Так, Ctrl-F. Чуть-чуть смещение. Поближе пусть будет. Все, поехали. Сейчас посмотрим, что к чему. А, так. Ctrl обратно, короче. Ну, кстати, прикольно. Какой ему, блядь, объект мешает? Объясните, пожалуйста. Ему ничего не мешает, он просто застревает. Какой идиот зимой, блядь, дает контракт на культивацию? Хотя, ну-ка, сейчас я кое-что другое сделаю. Так, зимнее оборудование. Вернуть. Вернуть. И теперь что мы делаем? Мы берем зимнее оборудование. И вот эти вот две хернюшки берем в аренду. Вот этих вот две. Потом вот этот контракт я, короче, сдаю. Собираем. Все, этот пока работает. И теперь что мы делаем? Мы вот этот вот трактор сбрасываем. И вот этот вот сбрасываем и отправляем туда. Все, хорошо. Ну, кстати, что-то это, черный прям так пободрее. Прям очень бодренько так. Ага. Теперь вот этот также настраиваем и прям за ним отправляем. И, кстати, здесь, в принципе, по идее, смещение в полметра будет работать нормально. Я даже тут не в полметра тут надо. Сейчас мы их выставим как-нибудь. Так, Ctrl-F, 0,5. Нормально? Импайд. Есть. И вот этот мы еще сейчас тоже вырубим освещение на всю. Ctrl-F, метр, полметра. Наверное, полметра, и делаем его на 10. Так, вот все, поперли. А, нет, не поперли. Сейчас надо посмотреть, что там с этой. Сука. Ладно, давай посмотрим, как ты будешь вот так пахать. Вот и куда ты поехала? Вот, честно, это уже немножечко бесит. Вот, давай. Все нормально. Да, все. Хорошо, поехали. На метр тогда смещение делаем. Все, норм. Угу. Ну, вот так, кстати, намного лучше работает. Так что вот прям вах-вах-вах. Думаю, что сейчас мы наши ранчо-то и почистим дорогу, вот это вот все, территорию тоже. А, трубу я ему поднял, точно. Вот, все, норм так-то. Вот так вот.
По обочине пойдем. Обочину же тоже надо расчистить, чтобы если что можно было не остановиться. Так. Останавливаемся, смотрим, что там с этой. Работай, ты смотри-ка. Хорошо, работай, ладно. Не буду отвлекать. Даже очень хорошо. Сама работаешь. Умничка. Не, вот шапку канала надо все-таки как-то это поменять. Я не знаю, что мне туда закинуть. Ну вот, Dodge, вот. Название канала, соцсети, это 100%. Ребятки, среди вас есть кто-нибудь, кто этим занимается, а? Может, посоветуете что-нибудь? Да не в том плане, что тут мне надо прям это... Шапку сделать? Нет, шапку мне делать не надо, я ее буду делать сам. Просто советы, как это все сделать так, чтобы оно, ну, немножечко иначе выглядело. Опять ей объект мешал. Да как ты, бесишь, блядь, просто. Вот любят же, блядь, они в снегопад, сука, устраивать свои эти... Культивации, не культивации, земля промерзшая, что вы культивируете здесь? Все, поехали дальше. Мне тут надо территорию убирать, а она там не может никак контракт выполнить. Ай, блядь, опять не то сделал, сука. Так вот. О, еще чуть-чуть осталось до моего домика. Ну, вот так он исчезает просто в никуда. Вот так вот. Так, надо тебя еще, короче, смещать. Что-то ты прям очень... Нормально так за мной пристроился. Да, да, норм. Вот так вот. Давай нахер, выкидывай это все. Здесь тебя хоть чуть-чуть замедлит эта горочка. Нет, ты смотри-ка, не хочет замедляться. Ладно, ладно. Все, поехали в обратку. Сейчас мы, наверное, по контуру пройдем, чтобы можно было прям так нормальненько подразгуляться, и просто будем туда-сюда, 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 туда-сюда. Да. Так, все, погнали дальше. Так. Ну все. Ту-ту-ту-ту-ру-тун. Так. Ну, дорогу туда я, короче, не буду расчищать. Оно мне не надо. Так, ты что там на полях делаешь, а? А ну уйди оттуда. Сейчас перетопчешь мне там все. Так. Ну, поля, естественно, мы расчищать не будем. Сами думаете, понимаете? Сами, думаю, понимаете, почему? Потому что, ну... Так или иначе, это все растает. Так. Ай, ну я так понимаю, это вот... Походу опять там встало, да? Нет, работает. А раз работает, тогда ладно. Че, уже засыпало? Фига себе, снегопадик, блин. Я ж только что расчистил. Капец. Ага. Ну-ка, сейчас я ему еще расстояние чуть-чуть снижу. Это получается у нас вот так, то есть 3 метра давай. Вот так вот. Мы с тобой прям ровень в ровень шли. Ага. Уперся в бок. Нет, ладно, давай 3. Так и быть. Уговорил. Давай 3 вот так. Ну, ты там не боись. Сейчас мы повернем кое-куда, и ты тоже работать начнешь. О, видишь? А ты боялся. А бояться-то не надо. Эту дорогу так или иначе все равно придется зачистить, потому что я по ней... Увожу силос. Чё за... Оба-на. Встрял. Нет, все. Еду дальше. Так, окей, хорошо. Едем. Едем. Так. О, круто. Так, это хорошо даже. Так. Слишком уж какая-то темная у меня, если честно, шапка прям. Капец. Надо прям это как-то... Либо высветлить, либо хер его знает, что надо сделать с ней, но надо как-то ее это улучшить.